президент на очень большое количество вопросов просто не дал конкретных ответов. Конечно, спектакль, причем, как мне кажется, все больше теряющий смысл. Есть такая категория, которую я для себя идентифицирую. Это называется «государев человек». Да? Это не значит, что он служит там государю. Это значит, что он внутренне ориентирован на службу отчизне, отечеству, государю. Позитивной мотивации в поддержке Путина у нас нету. И нету образа страны. Я думаю, что все-таки Навальный, он отчасти создан и самой системой сегодняшней. Причем это речь не о том, что сидели два чиновника в Кремле и думали, а давайте-ка создадим Навального. Нет. Я думаю, что все-таки причина в выборах прошлогодних. Да. Я вот был на Тверской. Я тоже был на Тверской. Да, я стараюсь ходить на такие вещи. Я считаю, что это как бы, ну, необходимо совершенно. Не бережете вы себя? Что? Не бережете вы себя? На всю волю Божию. Сколько я понимаю, преемником Путина становится сам Путин.